Этому автогрейдеру больше 70 лет, и последние 10 он просто ржавел в гараже. Но теперь снова на ходу. А вернули его к жизни трое сыновей фермера Ричарда Халлета с австралийского острова Тасмания. Мужчина предложил им отремонтировать старую технику во время каникул. Они думали, что я шучу, не верили, что эта машина еще может работать. Сыновья починили двигатель, привели в порядок другие механизмы, и автогрейдер вернулся в строй. Свалка ему больше не грозит. Это хороший поступок, и машина не осталась вечно ржаветь, и мальчики поработали и развлеклись. Это здорово, лучше, чем что-либо другое. Приятно видеть, как снова работает старая техника, которая просто стояла. Сыновья фермера также отремонтировали трактор 60-х годов и старый грузовик, который когда-то перевозил по 7 тонн зерна. Юные мастера говорят, что получают полезные навыки. Мы научились находить поломки в двигателе и понимать, что нужно заменить. Соседи считают такое воспитание правильным. Хорошо, что молодежь интересуется старой техникой. Думаю, у них все будет хорошо, они получат опыт. Ну а фермер и его сыновья планируют и дальше ремонтировать давно списанные со счетов машины.